тоже одно из стихотворений, которое я читал на квартирнике. Это тоже какое-то бесконечно древнее. Вот оно. Кстати, почти скоростих, но все-таки он написалось это само по себе. Даже называется оно «Радостное». Вы меня уж извините, радость скрыть я не могу. Светит солнышко в зените, пахнут травы на лугу. Вьются мушки, скачут зайки, зеленеет лесопарк. Помер дядя на лужайке, дядю прихватил инфаркт. Ждал к зарплате он прибавки, был он тетей увлечен. А теперь лежит на травке, не мечтая ни о чем. И на дядю шумной стаи, словно падальщиков рать, с неба ангелы слетают, чтобы дядю в рай забрать. Завтра скажут на работе, этот дядя стоил 100, и заплачет где-то тетя, что ты, тетя, перестань. Что ты в траурном наряде ходишь, голову склоня, скоро встретишься ты с дядей в свете солнечного дня. Скоро-скоро, в полдень майский, обретешь и ты покой. А пока что развлекайся, счастье куй и радость пой.